всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня я зашел на аккаунт одного топового трейдера. И прямо сегодня я его зарофлю, потому что я продам весь его инвентарь за 0.03. А у него очень... Ну, прям очень дорогой инвентарь. Поэтому вы, мои уважаемые подписчики, прямо в эту секунду прожмите огромнейший лайк. Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Всех обнял, приподнял. Поехали! Ну что же, давайте вначале посмотрим на его ник. У него ник топ-трейдер. Ой, топ-трейдер, крутой ты такой у нас. Посмотрим, что же ты нам скажешь, когда я продам твой инвентарь. Ну, ребята, я скажу так, вы не пугайтесь, это мой друг, поэтому я надеюсь, он будет не против и не будет на меня злиться. Как мы видим, он в клоне киборги, то есть солидный парень. Как я понимаю, ребята, киборги, мы маслята, валау, одно сердечко. Так, ну что же, листаем дальше. Тут, ребят, у нас 300 заяк, друзья, тут все по дефолтику. Давайте немножко похулиганим и посчитаем его личное сообщение. Что же этому топовому трейдеру пишет в ЛС? Давайте читать. Твить, пыжи, можно промик. Коплю на свою самую большую мечту, можно промик. Сразу пишем. Нет, я жадина. Я жадина говядина, вот так вот. Я жадина, читаем дальше. Ку-ку, бро, ты тут? Я для тебя не бро. Так, пацаны, с вас лайкусик. Если кет ПК ваш бро, также подписочка. Ну чё, дашь голды? Нет, конечно. Я на нуле. Так, ну что, ребята, а сейчас будет самое-самое главное. Немножко пошутили, немножко поруфлили, а теперь мы перейдем к нему в инвентарь. Так, ну что ж, давайте вначале просто посмотрим, что же там у него есть в инвентаре. Но я скажу так, если вы стоите, то лучше присядьте, потому что, ребята, это будет очень жестко. Ну что, поехали. 3, 2, 1. Ой-ой-ой-ой-ой, как же много всего. Вы просто посмотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 фуриас кейсов. Я просто в шоках. Просто я не верю своим глазам. Посмотрите, как же много аркан, как же много всего. И сегодня, ребята, мы все это будем продавать за 0.03. Так, смотрим дальше. Обалдеть! Как же это круто! Просто прожмите за это лайк. Так, мне интересно, какой у него есть самый дорогой скин в инвентаре? Давайте смотреть. Я вижу, ребят, у него очень красивый самурай, да, там 4 наклеечки. Богатая жизнь, все дела, неплохо. Дальше, пойдем на самурайчик, 4 кицуны. Ну, тоже, ребят, пойдет. Опа-па, некромансер, статрек еще. 4 наклейки, брелок. Не, ребят, у него реально очень прикольный и дорогой инвентарь. Но мы идем дальше. АКР некромансер, вау, какая сосочка. АКР некромансер, я люблю тебя, выходи за меня. Так, ну ладно, ребят, смотрим. Смотрим дальше. АВМ Спорт В2? Вы серьезно? АВМ Спорт В2? Чего? Чего? Обалдеть! У него есть АВМ Спорт В2, самый настоящий, который я могу взять и продать. Просто, ребята, посмотрите на эти крутые, красивые наклейки. Вау! Тут одни наклейки стоят как минимум 1010 голды, а то и больше. Плюс еще сам AVX Sport 2, то есть, ребята, это реально настоящий трейдер. Это не фейковый трейдер чисто для видео, это реально настоящий трейдер. И на чем же он трейдит, я вам покажу немножко попозже. Так, ну что, смотрим. MP7 Leech. Не, ну, ребят, ну так-то хэштег не паганенько. Красивый MP7 Leech. Не, вот реально у него все скины, ну прям очень-очень красивые. АКР-12 геометрик. Ну, ребят, ну посмотрите на эту малышку. Ну это просто любовь с первого взгляда. АКР-12, брат, я тебя люблю. Так, ребята, листаем вниз, и давайте посмотрим на его USP. Не, ну, братан, USP ты можешь себе купить и покруче. Я бы на том месте купил бы себе какой-то USP Genesis, например. Ну, зачем тебе это твоему спорту? Лучше его продал бы, купил бы G2 Зварелик и USP Genesis. Так, ну что, листаем вниз, тут, ребят, пошли рарки, анкомонки. О, кстати, посмотрите, есть анкомонка с хилой наклейкой. Непогано, ничего себе трейдеры живут. Так, ребята, это у нас М4 тайгеры. Обалдеть, как же их много. Пошел основной контент, потому что прямо сейчас мы видим, на чем же этот трейдер заработал на АВМ Спорт 2 и на другие дорогие крутые скины. Потому что он натрейдил на этих стикерах, просто посмотрите. И каждый из этих стикеров стоит по 75 голды. Да этот аккаунт стоит, ну как минимум, не знаю, 1200, а то и 300 рублей. Посмотрите, ребят, и наклейки не заканчиваются. Наклейки реально такое ощущение, что они бесконечные. Просто взгляните на вот это. Просто, ребята, посмотрите, что же происходит с этими наклейками. Я не верю. Я просто плачу. Как же их много. 200 голды. То есть, каждый из этих наклеек стоит по 200 голды. А у него этих наклеек, ну, наверное, штук 100. В итоге 100 умножаем на 200. И сколько получается? А ну, быстро написали в комментариях. Да, ребята, обалдеть. Вот это аккаунт. Блин, почти, может мне того? Может мне логин и пароль-то поменять, да? И будет не его аккаунт, а будет моим.
Так, смотрим, стикер Christmas Joy. Стикеры у него очень крутые, очень классные, пацаны. За это прожмите огромнейший лайк и напишите любой хороший комментарий. Листам, ребята, в самый-самый низ. Так, ну тут у нас уже пошли наклеечки попроще. Я хочу посмотреть на медали, братан. Ну сразу. Блин, как же много разных у него наклеек. Давайте посмотрим, сколько стоят вот эти наклейки. 21 голда. Ребята, если трейдер их купил, то я вам советую купить тоже. Потому что трейдер-то, ну трейдер-то понимает, на чем голду можно зарабатывать, да? Так, листаем самый-самый низ. И вот тут, ребята, мы видим те самые медальки, брелки, наклейки. Ну, короче, и так далее. Так, ребят, ну давайте первым делом похулиганим. Он у нас будет ветеран 2020 года. Пойдет. Так, дальше. Я сейчас закрываю глаза. Не, стоп. Еще рано закрыть глаза. Давайте вначале поменяем ник. Топ-нуб. Ну, пока что, для начала, пойдет топ-нуб. Дальше поменяем аватарочку. 5 minutes later. Поменяем аватарочку на вот этого типа. И, кстати, знаете что? Вот обычно всегда типы с такими аватарками просят голду. Поэтому, знаете что? А давайте-ка мы сделаем ник. Дайте пыжи голды. Просто представьте, когда он зайдет, когда он будет в шоках, типа, в смысле, я же богатый трейдер, это что за ерунда? Так, окей. Но сейчас, ребята, мы начнем делать главный троллинг. Фурия Скейсичек, иди сюда. Ну что, ребята, вы готовы? Я знаю, что он будет очень зол. Давайте посмотрим просто, сколько стоит Фурия Скейсик. Ради интереса. 500 голды, как же это дорого. Ну ладно, ребят, можно штучечку открыть, тем более он не знает. Возможно, и не узнает, я так надеюсь. Ну что, поехали, делаем буст 1, делаем буст 2, делаем буст 3, делаем буст 4. Поехали. Так, ребята, хэштег Аркана, хэштег Непогана, и нам выпадает за 500 голды почти Керамид Юниверс. Обалдеть. Не, если бы нам выпал Керамид Юниверс, я думаю, он был бы очень-очень рад. Но, к сожалению, ребята, у нас уже минус 500 голды. Так, знаете что? У меня есть для вас одна очень прикольная идея. Так, ребята, давайте мы прямо сейчас немножко побуяним, похулиганим и купим 190p90 пайлот. Ой-ой-ой-ой-ой, братанчик, если что, это не я, это мои руки, поэтому все вопросы к ним. Ох, ребят, ну что, как думаете, наклеечки споймали или нет? Ну что, погнали. 3, 2, 1 и... Охота за наклейками. Так. Ну чёт, ребят, наклеечек я не вижу. Чёт, наклеечек у нас нету. А знаете, что это означает? А это означает то, что надо купить еще 100 скинов. Не, ну, ребят, гулять-то гулять. Поэтому давайте прямо сейчас плюс 100 скинов. Не, ну, вдруг мы сейчас споймаем какую-то крутую наклейку. Ну, ребята, ну, давайте еще М40 Cursed Fire купим. Ну, ничего страшного, ребят, ничего страшного. Этот трейлер, он богатый. Ему-то голду не жалко, ребят. А мы-то немножко с вами похихикаем, посмеемся, сделаем контентик. Так, нормально, заказали. И теперь дальше проверяем, есть ли тут наклейки. Не, ребят, ну я еще не понял, наклеек нету. А где наклейки-то? Наклеек нету, ну знаете что? Получается, надо еще раз заказать. Не, ну я же хочу реально наклеечки. Так, ну ладно, давайте в этот раз 50 штук. А то, ребята, мне кажется, он будет очень-очень зол. Пойду пока что, ну, 50 штучек, я думаю, хватит. Так, и чем мы споймали? Так, и опять нет ни одной наклейки. Эх, ребят. Ну ладно. Немножко похулиганили. Давайте-ка мы прямо сейчас найдем его АВМ Спорт Т2. И знаете, что мы сделаем с этим авиком? Знаете, что мы сделаем? Я прямо сейчас этот АВМ Спорт Т2 продам за 0.03! Ладно, стоп. Это была шутка, за 0.3 продавать это слишком жестко. Потому, ребят, я продам за одну голду. Ха! Ладно, шучу. Я продам, ну, за 100 тысяч голды. Ну, мало ли кто купит. Раз, два, три. Главное, не перепутать нолик. За 100 тысяч голды поставим на рыночек. Ну, я думаю так. Чтобы он немножко побыл на испуге. Чтобы он такой заходит на аккаунт. Где мой М-Спорт 2? Где мой М-Спорт 2? А М-Спорт 2-то на рыночке, братик, на рыночке. Так, и, ребят, у нас еще есть 149 голды. Давайте-ка мы один фейбл кейсичек-то бахнем, а? Как амедейка? Ну, а вдруг сейчас почтенный нож бабушку-то выймем, а? Давайте, поехали. Нож бабушка, иди сюда, дорогуша. Опа. Астрофол пролетел. Ага, понял. Ну, не, ну это нормально по-вашему. Это нормально по-вашему. Так, ребят, у меня есть идея. Давайте, короче, на какую-то анкомонку приклею легендарку. О, вот эту, баимба. Ой, как красиво смотрится. Нормально. Приклеили на анкомоночку наклейку. Так, давайте теперь на вот эту анкомонку приклеим новую наклейку. Ой. О. Стикер Кой Колор. Хотя не, я не знаю, вдруг она дорого стоит. Не, ребят, давайте лучше клеить не будем. Давайте лучше вот этот стикер Sunset Gold, он вроде стоит 200 голды. Ну для трейдера-то это копейки, у него там много этих наклеек. Поэтому, ребят, нам-то не жалко. Опа!
пойдет. Да ты что? То, что доктор прописал, просто белиссимо. Перфекто, блин, ребят, ну какой красивый скин, мне сразу нравится. Давайте-ка мы, ребят, прямо сейчас парочку скинов за 0.3 табахнем, не? Как медейка, так, это стикеры, где у него арканы? Братан, ты арканы от нас не спрячешь, так, давай, показывай свои арканы. Так, 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 а аркан-то у него маловато. Блин, ребята, можешь мне продать? Продать вот, вот этот Five Sin вино, блин, он меня прибьет. Он меня реально прибьет, окей. Ну я продам. Это все, ребята, ради контента, потому что с вас лайк, подписка. Не знаю, напишите в комментариях, кого затронет следующего. Надеюсь, он злиться на меня не будет, потому что, братан, это всего лишь пранк. Пока-пока! Минус 82. Продал. Иди сюда. За 0.03. Так, ребят, чтобы нам еще такое интересное это продать? Блин, просто представьте, как же он будет злиться. Так, ребят, давайте-ка мы, знаете, что продадим? Я так подумал. Давайте-ка мы продадим АКР Туерс. Ого, 4К! Не-не-не-не-не-не. Не, ну это реально уже перебор. За 4К продавать скины, это, ребят, перебор. Поэтому мы этот скин продать не будем. А вот вот этот скин за 0.3. Да, ребят, вообще без проблем. Вы думаете, я не продам? А я еще как продам. Оп, продали. Да ты что? Просто посмотрите, что произошло с его аккаунтом. Просто посмотрите, помимо того, что у него пропала вся голда, пропали фурискейсы, квилкучен комонок, понаклеил кучу наклеек, все продал. Короче, ребята, я прямо сейчас его наберу, и мы посмотрим, какая же у него будет реакция, потому что мне кажется, он будет очень-очень зол. Братан, ну если что, это пранк, я всю голду отдам, честно. 5 minutes later. Ты тут? Короче, братик, лазеровщик, любименький мой, родненький мой. Есть, так сказать, небольшой подарочек для тебя. Брат, посмотри демку экрана. Я тут немножко похулиганил. Брат, ну ты не против, скажи честно. Это что такое? Брат, ну это энкомонки. Я пытался снимать наклейки, брат, как ты любишь. У меня 200 голды было. Брат, нема голды. Брат, ну ты не злись. Еще одного фурискейсика еще нема. Брат, я еще продал твой файсен вином. Брат, ты еще продал ты легендарку. Брат, ты еще керамид волк продал. А, не, керамид волк это не я продал. Брат, ну я немножко полиганил. Брат, ты не против? Я против. Как это против? Брат, ну ты не против? Сейчас не вернешь. А, я Авикспорт 2 продал. Брат, не веришь? Покажи. Смотри, смотри, Авикспорт 2 нету. Авикоспорт V2 нет, брат. Ты так думаешь, я шучу? Брат, смотри, я вместо Авикоспорт V2 купил анкомонки на все деньги. Продал Авикоспорт V2, купил. Смотри. Тут у тебя был Авикоспорт V2, брат. Теперь его нема. Брат, теперь Авикоспорт V2 будет в твоем сердце навсегда. За что? Как за что, брат? Это, так сказать, это пранк, это пранк. Какой пранк? Ты мне сейчас все вернешь, ты что сделал? Зачем ты слил V2? Брат, ну а чё? Говорится, пацан захотел, пацан слил. Слышал такую поговорку? Нет, потому что я сам придумал. Ха! А ты знаешь, что я еще продал? А? Ты еще что-то продал? Да, братик. Я продал Five Sin Venom! За 0.3, брат. Ну, там, ну ему надо было, брат, ему нужнее, чем тебе, пойми. Кому ему? У него брат, ему нужнее было, чем тебе, понимаешь, да? Мне нужнее, мне нужнее. Посмотрите наклейки, брат. Наклейка. Алло. Я в шоке. Я ливаю. Брат, стой! Я больше. Мы с тобой больше не. Подожди, подожди, брат. Ну ты думаешь, я бы так поступил? Брат, ты думаешь, я бы так поступил? Ты думаешь, я такой человек? Брат, ну. Я не такой человек! Просто смотри, смотри, что я делаю, брат! Просто смотри! Я не такой человек, брат. Я никогда в жизни друзей так, не обижу. Что? Что творишь? Ты обижаешь друзей. Ладно, 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 Азеро, братья, братья. Стой! Стой, 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 брат, брат. Скажи привет YouTube. Это был пранк какашка! Братуха, это пранканул, короче, все нормально. Я тебе голду сейчас отдам. Сейчас, короче, брат, промокодик введу. Секретный промокодик, и ты получишь на халяву очень крутой скин. Потом, брат, все нормально. Это все для контента, это все для видео. Потом, брат, не обижайся, окей? Правда? Брат, как? Это правда? Конечно же, нет, я пошутил. Ха! Я еще не снимал! Ха! Ладно, брат, я опять пошутил. Я снимал. Ладно, сейчас я веду промокодик, брат. Ты не расстарайся, брат. Немного тебя пранканул. Я понимаю, что ты сейчас, наверное, думаешь, ну, кент ТПК. Ну ты и засранец, брат. Я такой. Я такой, то есть я, ну тут без вариантов, брат. Взамен на все это, я тебе хочу подарить промокодик. Знаешь какой? Я нажимаю применить. Тут написано успешно, и я тебе от нас разработчиков дарю Flip Knife Holiday Frost! Ну а если вы, мои уважаемые подписчики, хотите получить на халяву такой же самый промокод, бегом ко мне в телеграмчик, переходим, ссылочка в описании, максимально быстро. Все, ребята, всех обнял, приподнял. Спасибо большое за просмотр данного видеоролика. Обязательно подпишитесь на мой канал, напишите любой хороший комментарий. Не забываем про телеграм и про подписочку. Всем удачи, всем пока.